Новый город и Богданка – это основные площадки для строительства социального жилья в республике. В микрорайоне Садовый сейчас построено 200 тысяч квадратных метров. В дальнейшем собираются поддерживать такие же темпы. Коммерческое жилье в этих 150 тысяч не заложено. Это совершенно отдельные проекты, которые мы ведем параллельно. Что касается социального жилья, то в рамках подписанного с городом соглашения мы отдаем по 10 тысяч квадратных метров в год на городу на нужды обеспечения соцжилья. Дополнительно в этом году мы начали строительство, уже начали, вот вы сейчас слышите, бьют сваи детского садика на 240 мест. Помощь строительная организация на строительство социального жилья получает из федерального бюджета. Из инвестфонда была профинансирована инфраструктура к земельному участку. Панели, которые производят на предприятии, используют для строительства домов эконом-класса. Федеральный центр поддерживает строительство жилья эконом-класса. Определены четкие критерии, что такое жилье эконом-класса. Проведен фондом РЖС, кстати, был проведен анализ рынка. И определено количество экономически активного населения. Это те граждане, которые на сегодняшний день имеют заработок, но не имеют возможности приобрести под тем ценам, которые сложились на рынке. И цена, при которой мы большую часть населения вовлечем при выполнении 600-х указов, так чтобы они могли улучшать свои жилищные условия раз в 15 лет, это цена стоимости до 30 тысяч квадратный метр. Участники окружного совещания осмотрели квартиры, в которых живут переселенцы, и остались довольны увиденным.